Как хорошо, что вы сказали про слова. Они действительно красивые. Жаль, непонятные. Практически все. Ну хорошо, раз ты не молишься, я тоже молиться не буду. Но если упадешь с крана, то уже извини. Лучше домой не приходи. Да. Не так важно, какой молитвой вы молитесь, а важно, чтобы эта молитва была от сердца. Господи, избави меня, как говорится в одной из молитв, от человек некоторых, бесов, страстей и всякие иные неподобные вещи. Я вам точно говорю, я когда открыл вот эту мамину молитву, 90-й псалом, который она написала, я не понял ничего вообще. И он мне тогда с горечью говорил: батюшка, вот у него ведь всегда была эта самая ленточка живой помощи в кармашке, он носил, и не помогло, ему застрелили. Ну, что тут ответишь? Вы знаете, как называют 90-й псалом? Да. Живые помощи. Вы знаете, это еще то, что вы сказали, это еще не самое смешное. Я слышал «живые помощи». Я объясняю, почему. Потому что ленточка вот обвязывается, ну, а помощи тоже, они как бы предназначены для какого-то типа что-то опоясания. Да? Ну, не опоясания, а так вот как-то бабушка, да, и говорила вот это раз, вот «живые помощи». Так что даже вот так это называют. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господеве заступник мой, еси прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей и от слове сей мятежно. Плещма своима осенит тебя, и под крыли Его надеющийся оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща и беса полуденного. Падет от страны твоей я тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоима смотрише, и воздаяние грешников узрише, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое». «Воззовет ко мне и услышу Его, с Ним есмь в скорби, изму Его и прославлю Его. Долготой дни исполню Его и явлю Ему спасение мое». Мария спрашивает. Мне сказали, читая 90-й псалом, он защищает. Это правда? Какую защиту он дает? Я много рассказывал. Думаю, что кто-то даже помнит эти мои рассказы. Когда я в начале 90-х на год уезжал далеко на другой конец земного шара, мама не могла мне дать ни денег, ни вещей, ничего. Она прощалась со мной на целый год, мне было 16 лет. И она неверующая дала мне неверующему, написанной на листе А4, молитву. Я только спустя годы понял, что это, собственно, 90-й псалом. То есть вот настолько сильна вера в силу этой молитвы, что она способна защитить, даже если ее не читать. Отсюда вопрос первый. Способен ли 90-й псалом защитить вот так, даже если его не читать? Даже если не знать о нем, ты просто, не знаю, пояс надел с 90-м псалмом, там молитву себе убрал во внутренний карман. Ну, первое, что хочется сказать, это, конечно, нет. Потому что это уже явно магизмом попахивает. Все-таки как могут какие бы то ни было вещи, пусть даже самые освященные, будь то крест или еще что-то, помогать человеку, который не верит во все это. Но с другой стороны, я могу сам себе сейчас немножко противоречить. Я думаю, что если мать дает кому-то вот эту ленточку, поясок живой помощи и так далее, и она
верит, она верит, что вот пусть будет с тобой, потому что веришь, не веришь, пусть это будет с тобой, то ее вера может все-таки и через вот эту, потому что вера, благодать, она действует и через материальные предметы, мы с вами знаем, да, и через иконы, через вещи святые и так далее. И я думаю, что по вере вот того, кто дал эту святыню человеку, возможно, помощь Божия и будет. Но если не там, не здесь этого нету, как-то мне трудно себе представить, чтобы... У меня был, кстати, один знакомый, у него сын погиб в перестрелке, криминальной перестрелке в 90-е годы. И он мне тогда с горечью говорил: батюшка, вот у него ведь всегда была эта самая ленточка живой помощи в кармашке, он носил, и не помогло ему, застрелили. Ну, что тут ответишь? Известно, кто автор 90-го псалма? Ну, церковь утверждает, священное предание, что, и писание, что это Давид, что автором этого псалма является Давид, как и подавляющее большинство других псалмов. Конечно, библеисты могут с этим спорить, но тем не менее общепризнанное мнение большинства, что это псалом царя Давида. И это очень важно, мне кажется, тоже помнить, потому что, ну, я думаю, что если мы говорим о псалме 90-м, вообще, наверное, надо об этом псалме говорить в контексте всей псалтыри. И личность человека, из сердца которого, мне даже не помню слово, написал, которого-то, из сердца которого излились эти прекрасные стихи, 90-го псалма, и большинство других, она для нас чрезвычайно интересна, потому что, ну, наверное, всегда, когда мы, я уж тут скажу такое слово, произведение искусства, это тоже произведение искусства, духовного искусства, поэзии, когда мы знакомимся, для нас интересно и важно знать личность автора этого произведения. Она тоже помогает много и в нем самому понять. В этом отношении, да, мне кажется, о 90-м псалме надо говорить, наверное, в контексте всей псалтыри. Угу. Вы сказали стихи. Это несколько неожиданно звучит в отношении вот именно молитвы, какого-то сакрального, да, вот обращения к Богу. Нет в этом никакого противоречия. Вот я чувствую, просто сформулировать не могу, да? Я знаю, что вот все священное писание, оно тоже называется стих такой-то, глава такая-то, стих такой-то. Но все равно это не стихи, это повествование, я это понимаю. Здесь же поэтическое произведение. Да, да. Ну, вообще в Библии мы знаем сами, что есть отрывки, есть места достаточно большие, где это, конечно, проза, а есть очень много, это и псалтырь, это и песнь песни, и экклесиасты, и многие пророческие отрывки, которые нельзя воспринимать иначе, как песни, вот, как поэзия. Да, это поэзия, конечно, поэзия в самом высоком смысле этого слова, потому что... Я бы даже так сказал, вот видите, вы говорите, вот совместима ли поэзия, да, и молитва, но мне думается, я знаю, что многие историки культуры склонны считать, что как раз-то первично была как раз-то молитва и богослужение, а вот и первоначальные поэтические произведения были как раз-то вот это молитвы. А затем постепенно как-то уже стали расходиться, и духовная поэзия, она как была, так и осталась. И самым, даже не скажу, что одним из самых ярких, а не побоюсь его, самым ярким явлением этой духовной поэзии, конечно, является псалтырь. Потому что для меня уже всегда вот удивительно, и вот опять же личность Давида, за что, почему мы так благодарны ему, что 3000 лет назад вот он обращался к Богу теми словами, которые вот за 3000 лет никто лучше ничего не нашел, никого лучше слов. И да, у нас есть прекрасные
поэты, опять же, употребляются, вот церковные, Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин, Роман Сладкопевец, но и они сами в этом нисколько не сомневались, что Давид и псалтырь Давида – это, конечно, вершина. Так говорить, найти такие слова, чтобы так говорить, пронзительно говорить с Богом, никто не смог. И Василий Великий уже говорит, что у нас в церкви есть такие слова, у него красили «впереди Давид», и «позади Давид», и «посередине Давид». Я очень рад, что вы сказали про слова. Слова там действительно красивые в 90-м псалме. Жаль, непонятные. Практически все. Начиная аспидом и львом, заканчивая Василиском и, вообще-то говоря, началом «Живые в помощи Вышнего». Это вообще кто, что и почему? С вашей помощью я хочу попробовать разобраться в каких-то самых сложных для меня местах. Но сначала вопрос. Что делать с ощущением моим личным того, что это очень воинственный псалом, который не то призывает к насилию, не то призывает противостоять насилию, в общем-то, силой? Ну, да, нам надо немножко вчитаться и вдуматься, потому что у меня нет такого ощущения. Нету? Псалма. Абсолютно, да. Я должен сказать, что в псалтыре много псалмов, которые вот именно так, о которых можно сказать вот то, что вы сейчас сказали. Ну, да, мне немножко тоже странно, почему вы сказали, что практически все слова непонятны. А мне кажется, почти все. Ну, потому что уже практика, много читаю, перечитываю. Мне кажется, все понятно там. Вот. Ну, давайте будем разбираться, что непонятно. Живые в помощи выше. Да? Ну, живые, живущие помощью, живущие в своей жизни, который опирается на помощь. То есть, если вот мне... Всем нам вообще, всем нам всегда в жизни нужно, чтобы кто-то нам помогал. Так ведь ребенку помогают родители, более сильные взрослым, более сильные друзья там, или еще кто-то. То есть нам всегда нужны какие-то помощники. И это нормально. Мы не можем жить без помощи. Но если я в своей жизни прежде всего надеюсь на помощь Божию, что если вот от Него я жду помощи прежде всего, то тогда уже все остальное, что мы с вами читали, то тогда я могу уповать на, сказать, безопасность. Наверное, нельзя, потому что это неправда. Мы сами знаем, что и люди, живущие с Богом, и живущие в молитве, живущие упованием, у них тоже не просто бывает опасности, бывает и несчастье, и бедствие. Но одно я знаю, что все, что в моей жизни будет происходить, будет вести меня к чему-то лучшему, к чему-то большему. Я сказал о насилии. Знаете, первое, что мне пришло в голову, это фраза, которая меня испугала, когда я впервые прочитал. «Одет от страны твоей тысяча». Что это значит? Какая тысяча падет? «И тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Вот. Хочу вспомнить такой пример очень красноречивый. Была у меня одна знакомая бабушка, Ираида ее звали. Вот, у нее был муж, они были очень старенькие, она была глубоко верующая. И она рассказывала, что ее мужа взяли на войну, вот как вот война началась, он ушел с первого дня войны. Так вот она как раз читала каждый день, пока он воевал, каждый день неуклонно читала молитвы, обязательно, конечно, но не только, но и «Живые в помощь выше», 90-й псалом, конечно, обязательно читала, со всеми ставила всех детей, папа воюет, мы будем молиться. Он вернулся с фронта, вернулся живой, здоровый, даже, помню, не имел ранения, хотя был в самых горячих сражениях, и все. И вот потом она рассказывает, что она стала... Он вернулся и не молится. Говорит, как так? Садимся кушать, я стою перед едой, отче наш, а он ничего не говорит. Говорю, а ты чего не молишься, Бог? Тебе надо, ты молись. Она говорит, ты что, я за тебя на фронте молилась, ты это самое. А он работал на кране, на высоте, и достаточно опасной такой работе. Она говорит,
Ну хорошо, раз ты не молишься, я тоже молиться не буду. Но если упадешь с крана, то уже извини. Лучше домой не приходи. Да, вот. А он и отвечает, говорит, а что, если буду молиться, то не упаду с крана? Говорит, нет, может быть, тоже упадешь. Но это будет уже воля Божия. Да, вот такое вот примерно отношение. Это будет воля Божия. Его это пробрало как-то. Он стал с этого пора молиться. Когда я у них освящал дом, он был уже молился, все верил же. Вот старенькие были такие. Вот я думаю, в этом смысле падет тьма одесную тебе, вокруг тебя тысяча, тьма одесную тебе. Что да, ты будешь в страшных, бедственных обстоятельствах. И я думаю, что любой человек, который находится в каких-то страшных в катастрофе, в какой-то землетрясении, еще что-то, я не думаю, что он всем сердцем не хочет уцелеть. И вот как раз Псалом нам говорит, что если будешь уповать на Господа, если будешь живы в помощи Вышнего, жить помощью Всевышнего, уповать на Его помощь, то вот будет так. Слушайте, я хотел этот вопрос наконец оставить, но вот сейчас он прозвучит актуально. Я услышал ваши слова примерно так. Если ты оказываешься в ситуации, когда вокруг гибнут тысячи, когда стрелы летящие, львы, аспиды, василиски и прочие там разевают свои кровавые пасти на тебя, и за тобой гонятся все службы, которые пытаются тебя поймать, вот тогда читай 90-й псалом, и все будет хорошо. Если же у тебя все хорошо, у тебя жена, собака, все в порядке, ну, можешь не читать. Да нет, я бы сказал, профилактически надо, нет? Это самое. Дело в том, что... экстремальный. Но мы же живем с вами в мире, который перенасыщен опасностями. Просто иногда эти опасности бывают явные, действительно, болезнь какая-то или еще что-то. Иногда вроде бы все хорошо, но кто же знает, что сейчас, сколько мы с вами знаем случаев, когда человек вышел из дома в хорошем настроении и хлоп ему, как в народе говорят, кирпич на голову упал, там, или еще что-то. Поэтому нет, я думаю, блюдите, как опасно ходите, говорит апостол. Всегда помните о том, что пока мы живем в этой жизни, дьявол, аки лев, вот, кстати, поперешь льва и змеи, да, апостол Петр говорит, что дьявол, аки лев, рыкающий, ходит вокруг каждого из нас, желая поглотить его. Поэтому лев, он ходит рядом. И, в общем-то, своими силами нам этого льва не отогнать от себя, а вот живя в помощи Вышнего, надежда велика, что лев нас не загрызет. Со всей моей любовью к Клайву Стейплзу Льюису не могу смириться с тем, что лев – это образ дьявола. Я думаю, что я тоже думаю, что далеко не всегда. Все многозначно в нашей поэзии. Змей тоже, он, с одной стороны, мы говорим змей который соблазнил Еву, да нет, а в другом месте Иисус Христос говорит, будьте мудры, яко змеи, и кротки, как голуби, то есть мудры, как змеи. Поэтому и змей тоже, он бывает такой змей, а бывает и другой. Ну и лев тоже. Если мы смотрим на льва как на царя зверей, и не то уже шире, то тогда, конечно, это одно. А если мы смотрим как на свирепое животное, которое готово растерзать, а лев это, может быть, воспринимается и так, и эдак, то уже совсем по-другому. Ну, со львом и змеем, в принципе, понятно, это образ дьявола в той или иной степени. А аспид и василиск – это что за мистические звери? Вы знаете, думаю, что и насчет льва, и змея, и аспида, и василиска мы, наверное, не должны вот буквально понимать, что вот за львом стоит, то за… это поэзия, как мы уже сказали, что…
Давид говорит о том море опасности. Ну, мы можем, знаете, целый список того в нашей жизни, тех опасностей, но мы должны вспомнить, что Давид обращается к израильтянам своего времени, людям, живущим. Вот если спросить израильтянина, вот в твоей жизни вообще вот что может представлять опасность, ну, в мирное время, если не идет война? Когда война, понятно, обо всех других опасностях забывают те, кто воюет, есть одна. Вот, а в мирное время? Да, тогда в Израиле, сейчас уже даже трудно в это поверить, сейчас там их нет, давно водились львы, и они нападали на людей. Да, ну, Аспиды и Василиски, вы знаете, я специально поинтересовался, готовясь к нашему разговору, думаю, потому что я всегда воспринимал, что какие-то чудовища, но полумифические, выяснилось, что нет, оказывается, что это определенные породы ядовитых змей, а змеи в Израиле жалили, и это было действительно, их было много, и для человека, который постоянно путешествовал, перемещался по пустыне и так далее, там все эти скорпионы, змеи, всякие хищные звери, они представляли реальную опасность. Это было страшно, гораздо страшнее, чем в наше время. Поэтому Давид именно это приводит образ. Я думаю, что писал бы он в наше время. Он бы сказал бы, может, там вспомнил бы про ковид какой-нибудь, там еще что-нибудь, я не знаю. Но в то время вот реальные опасности, которые приходили в голову человеку, это были вот те, которые он перечисляет. Слушайте, ну вот видите, вот вы сказали про Аспида и Василиска. Мне вот лень, видимо, не позволяла просто выяснить, кто же такие Аспид и Василиск. Я их всегда воспринимал таким персонажем из «Гарри Поттера», который так для густоты образов нам так дает автор этого псалма. И ты там живи с ними как хочешь. Хочешь «Гарри Поттера» представляй, хочешь еще чего. А оказывается, все действительно просто, и странствующие через пустыню могли наступить и на змей, конечно, и на скорпионы, да, и, в общем, да, от этого... И как бы даже не предостерегал. Все даю вам власть наступать на змею и на скорпию, и ничто же вам повредит, как же Иисус Христос говорит. Об этом же, по сути дела. Вот. Вопрос, наверное, главный. Вот я открываю даже не книгу. У меня есть дорогая моему сердцу заламинированная карточка, которую мне в Иордании в русской православной миссии подарила монахиня, как раз с 90-м псалмом. Вот я беру вот эту карточку и читаю 90-й псалом. О чем я прошу? О чем просит человек, который читает 90-й псалом? Вы знаете, я, может, с другого боку немножко зайду, да? Потому что вы вначале задали вопрос, на который я как бы не ответил, и мне немножко обошли, что вот псалом 90-й защищает, да? Вот, что защищает псалом. И мне хочется сказать о том, что, конечно, сам по себе псалом не защищает, как не защищает нас ни икона, как не защищает нас крестное знамение. Защитить нас может только благодать Божия. Вот эти слова, которые наиболее часто звучат на любой службе: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани мя Боже твоею благодатью». Вот. А уже дальше защищает благодать, но благодать привлекается молитвой. Вот как на радио «Вера» часто звучат слова Силуана Афонского: «А через молитву человеку подается благодать Божия». Это действительно так, что молитва – это и есть вот тот, ну, может, неудачное слово, канал, что ли, какой-то, то окно, та дверь, через которую отверзаю в себе, чтобы вошла благодать. И в этом отношении мне всегда бывает немножечко, ну, не то чтобы раздражает, но не очень нравится, когда люди говорят: вот, батюшка, какая молитва в этом случае хороша, какая что, вот как молиться в этом, как в том. И человек хочет сказать: вы знаете, на самом деле не так важно, какой молитвой вы молитесь, а важно, чтобы эта молитва была от сердца, и чтобы она была вам понятна, и чтобы она согревала вашу душу и укрепляла вашу веру. Вот. А какая? И вот в этом отношении, я теперь немножко сужу, и в этом отношении, когда мне говорят, какие молитвы, каноны читать, я говорю: вы знаете, вот у кого как, кто-то любит больше, там, допустим, какой-то акафист читать, кто-то еще. Вот я для себя говорю совершенно скорее: ничего выше и прекраснее псалтыря
псалтыри, не знаю, что на все случаи жизни. И я немножечко сейчас постараюсь объяснить и все-таки отвечу на ваш вопрос, чтобы не сказать, что я от него ухожу, о чем мы просим. Я просто вот думаю, вот в чем секрет псалтыри, что когда человек читает ее достаточно продолжительное время, не так, чтобы на ходу, а вот так вот встал, так 15-20 минут, в душу приходит какой-то такой мир, ощущается такая опора, ощущение, ну, у меня это именно так очень часто бывает. И здесь я опять возвращаюсь к слову поэзия, которую мы начали. Вот что такое вообще поэзия? Да? Вот я думал о том, что вот люди научились записывать, ну, как-то сохранять изображение. Для этого существовала когда-то живопись, потом еще фотография появилась. Люди научились сохранять звуки. Ну, это ноты сначала, а потом и звукозапись, различия, что мы можем вот воспроизводить различные звуки. А вот можно ли как-то сохранить, записать что-то, переживание так, чтобы вот переживания были где-то записаны, но чтобы человек, который вот прикоснется вот к этому, он в нем, он пережил то же самое. Вот я думаю, вот подлинная поэзия, она как раз в этом ее величие, что вот те чувства, которые волновали поэта, там, я помню «Чудное мгновение», допустим, вот этот какой-то восторг, там что-то, вот те чувства, которые волновали поэта, может быть, 100, может, 200, может, 300 лет назад, человек, который, конечно, способен читать поэзию, пережить, он в какой-то степени, может быть, не в той же степени, но в какой-то степени он проникается этими же чувствами. Так вот, вся псалтырь, она наполнена чувством такой любви к Богу и такой надежды, такого упования, почему-то самого искреннего. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение вода». Им же образом желает елейная источница водная, сица желает душа моя к тебе, Боже, или там, коль возлюблю население твое. Да, буквально, и вот это упование на тебя, Господи, уповах, да не постыжусь вовек. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюсь. И вот это вот, причем это не просто слова, это действительно чувства, которые переполняли Давида, от избытка сердца глаголит уста, говорит Господь, и от избытка сердца написаны слова. И поэтому, когда я читаю вот эти строки, я постепенно настраиваюсь, сердце мое настраивается на эти же самые переживания, я наполняюсь вот ощущением этой присутствие Божие в моей жизни, упованием на Него, и это сможет самое главное, потому что вот я сам становлюсь живущий в помощи Вышнего, потому что одно дело верить и знать, что Господь поможет, но не очень-то это чувствовать, потому что ведь есть вещи, да, которые мы знаем, если спросят, ты веришь? Верю, но не очень чувствую. А вот тут ты начинаешь это чувствовать, переживать, и поэтому я с одной стороны, конечно, читая Псалом 90, я уже сказал, что вся псалтырь, она как бы наполнена ощущением упования на помощь Божию. Это мы увидим чуть ли не в каждом втором псалме. Но псалом 90-й – это с особой силой вот это звучит. Потому что такие метафоры, подет, не приткнешь о камень ногу твою, там, и так далее. То есть с такой силой это упование. И вот я, наверное, прежде всего прошу, чтобы мне самому действительно уповать на помощь Божию, как ни на какую другую помощь, верить в эту помощь, и, конечно, прошу этой помощи, чтобы она меня не оставляла, что, Господи, я призываю благодать. На самом деле, если я понимаю, что защитить меня может только благодать Божия, то и читая этот псалом, и не только его, но его с особой силой, я призываю эту спасительную благодать, которую, я надеюсь, оградит меня от всех василисков, аспидов, гадов всяких и прочих опасностей. От чего мы должны? Откуда у нас опасности? Да? Господи, избави меня, как говорится в одной из молитв, от человек некоторых, бесов, страстей и всякие иные неподобные вещи. Вот. Да, и люди могут зло нести, и бесы должны о них не забывать, которые тоже действуют, и обстоятельства всякие, и мои собственные страсти, которые тоже, от которых я должен защищаться и отбиваться –
И они, может быть, самый страшный мой враг. Никто мне столько зла не сделает, как мои страсти. И только благодатью Божией я могу им противостоять. И я, и сейчас все, вот кто там смотрит и комментарии оставляет, дико просто захотели испытать то же самое, что испытываете вы. Два вопроса. Первый. Это можно испытать, если ты не понимаешь некоторых или большинство слов псалмов, что вполне вероятно. Знаете, мне все-таки кажется, что большинство – это как-то преувеличение. Я просто, у меня когда-то были люди как-то… Я вам точно говорю, я когда открыл вот эту мамину молитву, 90-й псалом, который она написала, я не понял ничего вообще. Хотя написано было очень каллиграфическим почерком. Слушайте, ну, у нас просто нет сейчас времени, передача нам этого не позволяет. Но я на самом деле такие эксперименты проделал с людьми, когда я говорю, ничего не понимаю, говорю, так открываем вместе, читаем строчку. Вот что здесь непонятно? Там, поперешь льва и змея, попрешь, что здесь непонятно? Льва и змея, победишь льва и змея. Ангелам заповесит тебе сохранить тебя во всех путях твоих. Ну, что это? Ангелам Господь заповедует сохранять тебя на всех путях твоих. Куда ты не пойдешь, везде ангелы будут тебя защищать. То есть мне кажется, что если мы читаем внимательно и вдумываемся, то очень-то понятно. Другое дело, что требуется некое усилие. Но вот как, вы знаете, ведь псалтырь можно читать и по-русски, абсолютно не обязательно читать по-славянски. И я часто делаю, меняю, делаю так и по-другому. Но для себя я уже понял одно, что вот по-славянски меня пробирает гораздо глубже в душе. И когда мне говорят, вот тебе сейчас все понятно, скажу, нет, мне сейчас достаточно много непонятно. Но поскольку псалтырь читается постоянно, тут уж я, честно говоря, псалтырь читает постоянно, то с каждым разом все больше. Но когда мне говорят, ну а что ж тебе не все понятно? Скажу, ну даже то, что понятно, даже то, что мне понятно, мне уже вот так вот хватает, чтобы наслаждаться и укрепляться, и испытывать вот эту поддержку и радость. А при каждом, ну а там постепенно, нам для этого жизнь, отчасти нам, может, нам это, для этого тоже жизнь и дана, для того, чтобы вникать в Священное Писание и разбираться, и что-то непонятное будет становиться понятным. Но даже до самой смерти непонятного будет оставаться гораздо больше, чем понятного. Но это не страшно. Поймем хоть что-то, и это хорошо. Последний вопрос. Я не спрашиваю, как надо, я спрашиваю, как вы это делаете. Вот сегодня вечером я хочу почитать псалтирь вот так, как это делаете вы. Что мне надо сделать? Вы говорите, как я это делаю? Да. Чтобы хотя бы попытаться ощутить то, что ощущаете вы, и так убедительно, ярко, живо рассказываете об этом. Ну, во-первых, я советую многим людям, и вам, и вообще советую вот такую вещь, это учить псалмы наизусть. Это очень здорово, потому что сам процесс заучивания наизусть псалма – это уже молитва. Потому что, во-первых, ты вынужден повторять многократно что-то. И у меня были неоднократно случаи, когда я, читая много-много раз какую-то молитву, вот все-таки думал, надо ее выучить наизусть. Начинал учить наизусть, и вдруг открывался такой глубинный смысл, который вот когда просто при чтении, он как-то проходил мимо, а тут ты вынужден, ну что такое, как учить наизусть? Я беру одну строчку, повторяю много раз, а потом вторую, потом вместе, потом третью. И тут открывается вот это просто один из видов. У меня будет по-разному. Сегодня я не знаю как, потому что приеду домой поздно. Вот. Но я очень люблю делать, просто хожу по улице, гуляю и читаю те псалмы, которые знаю наизусть. Ну, 90-50 мы все знаем наизусть. Я думаю, кто-то что-то еще. Я еще несколько псалмов знаю. Вот. Иногда мне очень нравится, бывает, но сегодня, наверное, для этого не будет, просто встать, открыть псалтырь и просто мерно, вот как зажечь, как это вот делают в церкви, зажечь лампадочку или свечку и читать. По-разному, знаете, вот у меня как-то нету такого единого. Я знаю только одно, что я часто в дороге читаю псалтырь, вот сижу сейчас, слава богу, у всех у нас телефоны, там псалтырь закачанный, когда я еду на маршрутке сюда, я вот сюда пока ехал, уже как кафизму одну прочитал. Говорят, может, это нехорошо, не скромно говорит так о себе, просто, ну, вы спросили, как я вот. Как-то вот так вот. Советую всем
читать как можно больше псалтырь. И само чтение, понимаете, вот тут даже с языком, оно, язык непонятен. Да, псалтырь очень трудный язык. Есть тексты молитвенные, которые даже по-славянски понятны, псалтыри нет. Это один из самых ранних древних переводов. Вот, но это как ребенок, который учится говорить, его же никто не говорит, не объясняет значение слов. Он просто живет среди людей, которые говорят, и постепенно начинает говорить. И я просто знаю, что по мере того, как человек просто читает псалтырь, постепенно она открывается ему все больше и больше, и все меньше и меньше становится этих непонятных мест. Читаешь псалтырь сначала, ты видишь какие-то места, ну, совершенно непонятные, какие-то понятные, но ничего не говорят, а какой-то маленький кусочек так прожжет все сердце, так и слезу сразу, и думаю, что да, вот ради этого стоило 15 минут что-то читать и ничего не понимать, чтобы прочитать этот стих, и он тебя потряс до глубины души, хочет отложить, как хорошо, вот это вот то, что сказал мне сейчас Господь, а потом снова. И вот эти места, просто когда человек даже вот так вот читает, есть время, конечно, хорошо посмотреть толкование, есть время, хорошо открыть, параллельно сейчас создаются псалтыри, вот на одной страничке там по-славянски, на другой по-русски, но вот это тоже один из видов духовной работы человека над своей душой, которая приносит прекрасные плоды, я думаю.